Привет! Мы находимся на станции Рябинина в городе Красноярска, где растет вот такая калина под названием Булданеш. Она, правда, уже отцветает, но это самый красивый кустарник, который вот растет здесь у мамы на даче. Тут немножко обзор сделаю вот водосборов у мамы, наверное, сортов 10 точно. Тут это самые простые, тут вот растут гераньки. Сейчас вот пойду в малину, чтобы маленько траву подергать. Это черноплодная рябина. Вон моя матрешка малая идет. Ну что ты, футболист под номером 44? Как там Костян проснулся? Я только спросил. А что ты такую рань пришла? Что ты такой? Я сказала, что это не вас. Что это вы спите, да, молодой человек? Я до часа сплю. Да ты что? А в городе до 8. До 8. Не, ну на даче хорошо, конечно, спится. Что говорить? Тут бабе Машины вот анютки все разрослись. Чесночок, ромашки. Там вон яблонька подрастает такая раскидистая, ирга, облепиха тут. Сейчас немножко травы займусь, тут совсем что-то все заросло. Не скоро, можете поиграть еще. Широка страна моя родная, много тут работы, полей. Вон огурцы вчера тут, один огурчик слопали на бочке. Смеемся, говорим, бочку даже одеялом приходится обтягивать, чтобы тут что-то наросло. Ну, там что-то есть уже.